Коллекция люберецких военно-патриотических игр пополнилась новым состязанием. Юнармейский рубеж – это проверка для воспитанников одного из самых известных молодежных движений округа. Своих бойцов юнармия испытала на площадках кадетской школы. В годы Великой Отечественной войны вот здесь находился аэродром, на котором базировался 16-й истребительный авиационный полк. От памятника трем Иванам берет начало история военно-патриотической игры «Юнармейский рубеж». Здесь школьников вдохновляли на победу рассказом о подвиге люберецких героев Великой Отечественной войны. Ивана Заболотного, Ивана Голубина и Ивана Шумилова. Мы их так и называем. Наши три Ивана. Три героя Советского Союза. Я думаю, что вот это историческое место придаст вам сегодня сил. Собраться с силами юнармейцам пришлось на площадках кадетской школы. Здесь для них подготовили череду испытаний с армейским характером. Рядом с молодыми людьми военные дисциплины успешно сдавали прекрасные представительницы юнармейского движения. Анна Поторочина справилась с разборкой автомата за 29 секунд. С этого года она совмещает занятия танцами с военно-патриотическими уроками. Сейчас то время, когда молодежь забывает о прошлом, и именно в нашем возрасте нужно продвигать все то, что было ранее. Нужно быть патриотом. Сегодня в юнармии учатся патриотизму 250 юных люберчан. Отряды движения работают при 15 школах округа. На первом юнармейском рубеже выступили 10 из них. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Привет, меня зовут Мария Кузьмичева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.